Привет всем, это Слава из города Нейплс, штат Флорида. Как всегда, я вам показываю что-то интересненькое. В предыдущем сегменте я вам показывал лот на частном гольф-клубе на Марко Айленд с видом на Мексиканский залив. Вообще, этот лот достаточно уникальный. Стоимость 95 тысяч. Там можно построить дом, который стоит будет больше миллиона и продастся за больше миллиона. И построить его можно где-то в районе за 800 тысяч. Значит, сейчас я вам хочу показать просто те дома, которые находятся в этом районе гольф-клуба. Вот все дома, тут есть несколько домов, которые стоят на продажу, они где-то в районе от 1,5 миллиона. Вот, и многие заходят намного дороже. Значит, большинство домов здесь 500-600 квадратных метров. Общая площадь где-то в районе 600-700 квадратных метров, в зависимости от дома. Вот, большинство домов здесь построены в 2000-х годах. Вот, ну, соответственно, разные стили. Кто что предпочитает. Кто предпочитает такой... значит, вот здесь вот можно увидеть, что этот дом с видом на залив. Вот видите, залив здесь, да? И он построен больше в таком Малибу стиле. Калифорнийском. А вот это вот более такой флоридский стиль. Вот это типично флоридский стиль. Таких домов очень много в Порт-Ройл. Я снимал вам сегменты Порт-Ройла. Окей, давайте дальше посмотрим. Как видите, архитектура здесь разная. Ну, собственно говоря, архитектурный план вы можете выбрать индивидуально, то, что вы хотите. И поэтому, соответственно, какой захотите дом, такой у вас он и будет. Вот это тоже достаточно флоридский стиль. Окей. Как видите, дома здесь разные. Очень тихий комьюнити, конечно, это для тех, кто любит частную жизнь. Здесь вообще очень интересный гольф-клуб. И, вы знаете, место для шашлыков очень красивое. И там еще вдобавок ко всему лодки стоят. Можно сразу или на каяке кататься, или ловить рыбу. Вот. И там есть дикий пляж, который, собственно говоря, именно для ловли или для... плавание на лодках, а есть и частный пляж, который непосредственно для купания. Ну, добрый, следующий сегмент будет о пляже и о клубе, который в этом комьюнити. До свидания.